Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру «Растения против зомби», и у нас на очереди 20-я миссия компании Frostbite Caves. В этом уровне у нас есть 3 перенаправлятеля, и мы сейчас подбираем вооружение на миссию. Список будет традиционный уже, может быть, за исключением того, что мы будем брать уже наше новое растение, это станиан. Ну а так все остальное абсолютно одинаково. Это банан, чаргуар, пеппер пулт, горящий картофель, гриб и молния. Грибы, наверное, будем высаживать внизу. Хотя я обычно высаживаю вдоль перенаправлятеля, но у нас перенаправлятели, они все имеют такую вот диагональ, немножко кривую. И поэтому будем пока высаживать внизу. Ну а там, в зависимости от ситуации, как будет себя вести зомби, мы будем корректировать высадку грибов. А внизу к нам идет первый зомби. Мы тут поставили не прямо на пути его следования, а чуть выше молнию. И подул арктический ветер. Надо обязательно садить pepper pulled. Хотя у нас есть горящий картофель. Но горящий картофель, он лишь хорошо справляется с одним растением. Ну а потом надо вновь ждать, пока он возобновит свои кондиции. Там у нас идет зомби, но надо что-то еще тоже поставить, потому что одну молнию будет маловато. Возможно, сейчас выставим станиан, и на какое-то время он сдержит зомби. Вообще, молнии чем больше, тем лучше. В чистом виде молния очень слабое растение. И надо так где-то 3-4 растения поставить, для того, чтобы она была эффективной против более или менее сильного противника. На нас сейчас надвигается большая волна. А мы возобновляем чаргуард внизу, который склевали, и подул ветер, который заморозил наши грибы. Поэтому, значит, на четвертой линии надо бы посадить pepper pulled, который бы противодействовал арктическим ветрам, так как картошка, все-таки желательно ее использовать на другие растения, более-менее важные. Все-таки картофель у нас один, а если дует ветер, то он морозит сразу всю линию. А внизу появляется великан с глыбами. У нас по-прежнему там никакого оружия нет. Мы применили там станин. На какое-то время он сдержит противников на пятой линии. Ну а великан по-прежнему в здравии и двигает глыбы вперед. У нас еще не все проблемы. Посередине появляется птица, там есть тоже чаргуард. Но чаргуард действует до поры до времени, поэтому мы на той же линии, наверное, что-то поставим. Пока ставим pepper pulled срочно на первую линию. У нас замороженная молния, и надо сдержать там зомби. Ну а великан тем временем смял наш чаргуар, поэтому его пришлось передвинуть вперед, к нему впритык. Да, ситуация такая сложная, но проходимая. Везде очень много зомби, и надо ставить везде вооружение. По деньгам, в принципе, все нормально, но вот сейчас я смотрю, что мелкий гоблин съедает гриб. Если мы теряем гриб, то это действительно большая потеря. Тем более мы сейчас еще один выкопали, пришлось посадить pepper pulled внизу. А так как если высадить, к примеру, сдвоенный подсолнух, то он дает столько же денег, сколько в начале, ровно. Мы получаем 100 монет. С грибом ситуация посложнее. Сначала мы получаем 25, 50, ну а потом 75, когда он вырастает в полный рост. Поэтому действительно, если мы теряем гриб, то это потеря денег в будущем. Но что поделать, ситуация на поле меняется ежесекундно, и поэтому приходится срочно корректировать свои действия. На второй линии к нам впритык приблизились зомби, скорее всего, что сработает бобер. Но ничего предпринимать не будем, уже как есть. А мы сейчас получаем рассаду, и к нам движется великан на пятой линии. Уже их даже два. Мы еще с первым не справились, а уже подошел второй. На нас вновь надвигается большая волна. Теоретически можно было бы использовать дополнительное оружие. Я согласен с комментариями, я частенько использовал в компаниях дополнительное оружие, но
А мне сказали, что с деньгами любой дурак пройдет. Я с этим полностью согласен. Поэтому будем стараться пройти уже как есть, используя комбинацию вооружений. Я не могу сказать, что ситуация критическая, но очень сложная. Тем более, что, скорее всего, мы потеряем еще одного бобра, наверное, наверху. Пока что мы применяем план для гриба. Деньги нам не помешают. И, наконец-то, накопили на банан, который направляем вниз. Там у нас было сразу несколько великанов, мы их убрали. И срабатывает бобер на первой линии. Таким образом, у нас уже нет несколько газонокосилок. Но мы сейчас пока обустраиваем поле активным вооружениями, поэтому потери неизбежны в этом случае. Иногда приходится жертвовать чем-то для того, чтобы развиваться дальше. Банан у нас вновь возобновился, и мы его пускаем на вторую линию. Там у нас образовалась целая группа, хотя есть еще первая линия, там появился великан, я решил перенаправить цель, потому что великан у нас это действительно угроза побольше, чем группа противников. К тому же у нас там стоял Чаргуард. На четвертой линии появляется птичка. Там у нас достаточно вооружения для того, чтобы ее остановить. И вновь я смотрю, что появились голубы на пятой линии. Мы до сих пор не справились с прошлыми голубами. Мы сейчас получаем плант. И, возможно, плант куда-то применим. Ну а пока мы направим наш банан на великана. Великан, у него действия, я говорил, сравнивал с американским футболистом, но он их не сдвигает, как оказалось, а просто давит. Но от этого не легче. Действительно, он представляет такую очень высокую угрозу в этой миссии, по-моему, самая опасная. А мы сейчас применили план для банана, и на нас надвигается уже финальная волна. Наверху у нас появился охотник. Как-то он под уже, может быть, если сравнивать его с великаном, он на фоне его просто меркнет. Ну, он кидает снежками, но у нас есть средства для того, чтобы противодействовать арктическим югам и в том числе снежкам. Так что он так, детский лепет. Думаю, что появятся еще противники у нас в течение этой кампании. Не думаю, а точно. На видео появился какой-то зверек такой. Скорее всего, что ничего хорошего он нам не принесет. Так, ну а мы высадили еще один банан внизу и запускаем наш бобер на пятой линии. Целимся нашим бананом в толпу наверху. И остается буквально парочку зомби. Часть из них мы тоже добиваем бананом. На первой линии вообще ситуация опасная в том плане, что у нас там нет бобра, поэтому надо себя вести аккуратно. Но так как это уже конец миссии, мы без труда справимся с текущими зомби. Добиваем группу бананом и проходим данную миссию. Вот сейчас добили последнего зомби. После этого мы получаем такую кость, как замороженную. Сейчас посмотрим, что она означает. Появляется безумный Дейв, такой небольшой диалог с машинкой, из которого следует, что мы получаем доступ к бесконечным уровням. На этом будем прощаться, подписывайтесь, комментируйте, до новых встреч, пока!